Привет, друзья! Сегодня у нас уже 3 число, 3 октября, суббота. Вот, маленько подольше сегодня поспали, встали, сейчас завтракаем. Алёша уже управился, поел, убежал, а мы едим, да, Фадей? Да, яйца ему нажарила. Блины вчера еще вечером пекли, так я побольше напекла, им хватит, смотрим, по паре штук на десерт, так сказать. Холодец наш застыл, видите, какой стал. Кто, кому обещала, в общем, показать, как он, какой он густенький стал. Ну что, ну Ефим тут ел, что ну? Убери, говорит, грязную посуду. Хлопья он ел, убежал. Так, сейчас, в общем, покажем, какой у нас в разрезе холодец получился. Так, бабушка вчера ела, говорит, вкусно получился. Я холодец ни разу не ел. Да, хочешь попробовать? Ну, я ты не любишь холодец? Да? Так, ну давай, бабушка, свою тарелку. О, как посмотрите. Желе классное. Да, вкусно. С горчичкой сейчас со своей. Мило дело. Давай, мой мальчик. Ты что, гулять, Фима, пошел? Да. Только я здесь подниму. Какой классный вообще. Глянцевый. Глянцевый. Что, а тебе яйца уже не нравятся? Что за хукало? Яйца, которые закрыты, жутовы сделаны. А, ну эти-то я же тебе хорошо пожарила. Смятку, как ты любишь. Жиденькие. А еще макароны сюда. Макароны вчера закончились, вы сами их съели. Я бы желток себе. Надо варить, а мне уже некогда, я надо сейчас идти. Дед меня ждет уже. А пойдем сейчас с ним уток мальчиков забивать. Да? Ты можешь не прийти. Когда будет минус. Ты деду оставим. Еще. Еще когда такая банка есть, но сегодня не будем скрывать. Вот такие дела. В общем, Фима гулять пришел. Шапку одевай. Здового! Здового, здового. Сюда я тебе шапочку поправлю. Да он сам. Филиппок. Микелу ты берешь, нет? Нет. Нет? Ну ладно. Вот так вот, в общем. Будем сейчас забивать, да будем щипать весь день опять. Такие, по крайней мере, пока планы. Все, друзья, закололи мы курочек, видите, вымачиваю их. Кстати, Танюш, по твоему рецепту добавила соду в бак. Поэтому буду щипать сейчас. Дело в том, что утки у меня сегодня половина, поэтому соду и добавила, собственно, да, чтобы уток полегче было пощипать. Вот. Матвей с дедом ушли стрелять. Сегодня дед его наконец-то вытянулся, он что-то не хочет, никак не идет у нас, вредничает. Вот, Фадей и Ефим поехали с отцом. Сегодня у нас в городе день, что, ходьбы, что ли? Что-то я в их праздниках этих не ориентируюсь. Какой-то день, короче, с физкультурой что-то связанное. Вроде ходьбы. У нас же то день бега, то кросс-нации. Кросс-нации вроде как отменили, а сегодня вроде как день ходьбы, что ли. В общем, поехали. Куда-то там они на стадион. И он и Ефима забрал, и Фадей поехал, в общем, развлекаться. Ну, там, видимо, развлекательное что-то будет. Может, будут угощать чем-нибудь там, да. Может быть, еще что-то развлекательное будет. В общем, поехали посмотреть. Ну, не посмотреть, а отец-то едет как по работе, он же все это организует. Поэтому вот так вот, в общем, ребятишки-то развлекутся. Все, им дома не сидеть, хоть маленько выходной. Вот, Алёша сказал, что я думала сегодня вообще не выезжать никуда. Алёша говорит, надо за комбикормами все-таки сегодня съездить, потому что мы завтра в город хотели поехать. Надо нам доехать, купить подарок дяде Сереже, маминому, брату, как бабушкину. И это в Ленке хотим ему взять подарок, там присмотрела бабушка. Вот, поэтому и думаю, может быть, все-таки получится микроволновку взять. Смотря какие цены. В общем, вот так вот.
Вот, потом еще дела надо поделать. Вот не знаю, сегодня, наверное, Сберкасса-то сегодня работает. Налоги у нас пришли, надо налоги оплачивать. Алеша старается не тянуть, как только приходит, старается все это оплачивать. Поэтому, а он говорит, надо идти, чтобы в Сберкассе дали бумажку, чтобы у него на руках чеки были все, чтобы... Можно, конечно, онлайн оплатить, но он говорил, не хочет. Он хочет, чтобы были бумаги на руках, что все оплачено. В общем, такое. Такая штука. Вот. Хотя вот сейчас мы, допустим, электричество, газ, мы все онлайн сейчас вот с этим коронавирусом стали оплачивать онлайн, чтобы не бегать. Ну да, есть там комиссия, рублей, наверное, 30 каждый раз берут. Вот когда за свет платишь, по-моему, даже 38 берут рублей комиссии банк за эту, за этот вот перевод. Вот. Ну, а что, лучше так, чем тот же самый бензин потратишь, поедешь по этим всем, или на почту, или в Сбербанк, или прям в компанию в саму доехать, если, то тоже деньги-то те же самые уйдут, в общем. В общем, стали онлайн оплачивать, я просто чеки сохраняю, и все. Счетчики мы сами смотрим, какие показания там. Вот у нас счетчик электрический, он на столбе висит, там, это, пульт к нему. Как бы наводишь на этот датчик, и на пульте высвечиваются твои показания по свету. Такая вот штуковина у нас сейчас современная. Раньше счетчик так дома был. Ну, газовый у нас так и стоит дома, то мы сами просто на нем смотрим. Вот такие вот дела. Уток, конечно, я. Ну, ничего, слава богу, вот Ирина подсказала, как мальчиков отобрать. Отобрали мы все, оставили им одного мальчика единственного. Причем вчера одного присматривала, такого с зеленым, головкой с зеленой, да, чтобы он сизенький. Ну, красивый такой, блестящий был, да. А, вот, а сегодня что-то посмотрела, думаю, да нет, там покрупнее есть мальчик. Возьму лучше, думаю, покрупнее. Вот, ну и вот этих курят доубирали, которые у нас вчера-то остались в той конюшне. Но одного я все-таки оставила, потому что не пойму, девочка это или мальчик. Ну, сейчас его запустила к курицам. Посмотрим, как будут себя вести. Если начнет топтать, значит, он все-таки мальчик. Значит, в следующий раз все равно нам есть еще петушки, которых надо забить. Тогда его и забьем. Вот такие дела. Сегодня у нас... Ну, что делать? Надо убирать эту птицу. Много кормов идет из-за этого. Убираем в срочном порядке. Вот так день за днем. Каждый день приходится их щипать. Тяжело, конечно. Пальцы устают. Потом на следующий день встаешь. Руки-то подотечные такие. Чувствуется, что щипал весь день вчера. Вот. Да, даже и это. И убирать-то у них, видите, они не крупные. У индюков-то одно удовольствие, так сказать, вскрывать-то их, убирать кишки-то. А здесь-то попробуй проберись, называется. Очень тяжело. И можно и руку порезать косточкой острой. И все. То есть, как бы, мелкие-то когда хуже. Ой, я перепелок помню, у нас перепелки когда были одно время. Вот там так вообще. Не залезешь в них, ничего, то лупаешь, колупаешь, пока все это уберешь. Вот, ну вот, пока с вами болтала, полкурочки ободрала. Так что, все, давайте, буду сейчас я щипать. Поставили мы супик тут. Сейчас я руку отряхну. Вон, видите, индюшатину поставили. Будем суп варить с бабушкой. Ой, ладно. А здесь бабушка не утерпела. В общем, сок я доставала, размораживала. И он у нас подзабродил. Одна бутылка, потом другая подзабродила. Остаточки не допивают. И она, в общем, все эти остатки слила, вино поставила. Не утерпела, говорю. Зачем, говорю, тебе это вино все равно? Ну, не знаю. Кто-нибудь может выпить. Ладно, все, в общем, буду делать. Щипаем, сидим потихоньку с бабушкой. Вот уточку пробуем щипать. Крылышки самые сложные. Оставила я бабушке. Значит, щипает, мучается от них. Ой. Ну, я в раковине большую часть снимаю, а вот это дощип, это все остается. Не знаю, смотри, если не сможешь, так можно это обрезать кончики-то, перьев этих. Вот такие дела, в общем. Так, вернулись наши спортсмены. Смотрите, какую кепочку Фадею подарили. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. Всероссийский день ходьбы. Вернулись? Я снял. Снял даже? Ты так, покажешь нам, да, потом? То есть будет вставочка вот в этом моменте, видим. О, еще один спортсмен идет. А это что, тебе подарили такую штуку? Да. О, это, смотрите, на солнечной. Это как машину ставят, да? Обычно на солнечной батарее цветок колышется-то. Поставь на окошко, ему он будет наблюдать, да, Фима? Да. Ну что, понравилось тебе? Да. Ты много прошел? Там я
В лесу. В лесу были, ходили? А я думал, на стадионе. Да, но ты знаешь. Ну, ты знаешь, мама. Что? А там был у них костер. Костер был? Здесь. Да. Мальчиком. Если он там Бия дорога. Дорога была, да, там заасфальтирована, в лесу-то идет, да? Да, там, она сделана из земли. Из земли? А, там тропинка просто была? Там только человеки ходят, да, по кругу. По кругу ходят. Ну, это вокруг лыжной трассы, значит, они ходили, да? Ну, в общем, посмотрите, сделаем вставочку сейчас. О, какой веселый у тебя цветок-то, а? Солнышко-то почуял, видишь, что делается? Хорошая игрушка. Ой, ну ладно, Матвей пострелял, сходил неплохо, но немножко опять не хватило до первого разряда. Сдал он еще стих сегодня Лидии Дмитриевне, рассказал на телефон. Она ему 5 поставила, так что все, дела сделали. Тебе такие. Везде. Давай, иди, играй, мальчик. Ой. Участвуем во всероссийском дне ходьбе. Тут у нас Ефимка идет и Фадей. Ну и что, классненько? Да. Прогулялись? Да. Молодцы. Я не знаю, что мне по ним стопы нажимать, или так устроить. Мы на беге. Нет, нет. Ты что, голову? Ты его забрала. Ты что, горячий? Да? Ну да. Ты знаешь, почему я так бегаю? Почему? Я делаю зарядку. Ты что, сжимаешься? Только... Ты делал зарядку? Да. И ну все, друзья, мы, в общем, закончили щипать. Чуть не померли. Тут же 6 уток и 5 петухов. Устали. Невозможно. Уже 3 часа доходит. Ничего не ели даже. Ну, бабушка ела, и это еще нет. Вот. Пойду посмотрю сейчас, что отец сделает. Надо его хоть поесть, что-нибудь позвать. Успели. Ну, суп дед с картошкой заправил сейчас. Макароны. Ох, надоели эти куры, не могу. Устала. У меня уже ни спины, ничего не работает. Ну что, Матвей, делаем? Давай нормально. Залазь туда и складывай. Ты сейчас накидаешь, потом как ты будешь стенку выкладывать? Залезь туда сначала, то, что есть, убери. И подними, там бабушкина наволочка упала, ты ее сейчас закидаешь. А папа-то где? Не видела? Сегодня уже холодать у нас начало. Потому что это завтра вообще обещают 6 градусов днем. Ну а ночью, видимо, конкретный такой же минус будет. Не знаю, успеем и нет. У тебя-то, видите, сколько осталось? Маленько совсем.
все девочки. Вот один вон там вот черненького оставили, в серединке стоит мальчик. Для разбавления компании нашей. Ну, не знаю, для чего даже. Что веселее им было. Так, что там он делает? Могу я отца найти? А, он чистит тут эту конюшню, видимо, вон на пашню вытащил уже несколько телег. Ветер подул, из-за этого, видимо, голова у бабушки с дедом сегодня не такая какая-то. Все. В общем, пожилые люди чувствуют погоду очень неплохо. Ну а что, большой слой нет получился тут? Да. Навоза-то? Нет? Какой тут навоз? Ну, как все равно. Навоз, не навоз. Куры жили. Помет. Он хоть отскребается или с трудом? Отскребается. Отскребается. Не подчистую, но... В общем, я их сейчас закончила щипать, сейчас опалю, и в принципе можно будет, если надо, ехать. Так, куда ехать-то? Уже завтра все, наверное, сделаю. Так, а что отдельно за комбикормами поедешь? Ну-ка, что? Да. Не знаю. Посмотрим. Не знаю, может... Я когда тоже все... Посмотрим, ладно. Не будем загадывать, в общем. Ой... Я пошла, хоть поем, я еще не ела. Ты что-то ел? Пойдем поедим. А что? Ну я макарошки отварил, дед суп там поварил с картофельной. Да я же ел макароны. А, ты ел макароны? Ну, значит, ты ела. Я еще не ела, пошла и есть, в общем. Я утром холодец как поела, и все, больше ничего не ела. Пошла есть. Яблоки-то там падают, нет, эти соседские? Да ты их собирай, а то они гниют. Это охота яблочков иногда. Ну да, теперь сюда пересидеть. Кого всех? И уток, и... Ты чё? Они боятся вот друг друга. А что здесь думаешь, чем теплее, чем в той конюшне будет? Не, ты сама говоришь, что они же... Не, ну я бы хотя бы тогда... А, не слушал? Ты хочешь девочек, что ли, сюда? Да всех сюда. Потом петухов заколоть. Из всех клеток? А сколько там в клетках-то народу-то? Ну, ну посмотришь, ты... ладно. Ну давай, но сегодня не знаю, как успеем. Я пошла сейчас. Ты один успеешь? Ну там, видишь, маленькие эти фаверольки. Вот как они с большими? Вдруг большие куры будут долбать? Ну надо смотреть. Они же те же. Вместе там думаешь, да? Ну, ладно, видно будет. Можешь, что хочешь делать. Потом разберемся. Нет, если ты до добро, так я сам все делаю. Да мне что не добро там, мне какая разница сейчас-то? Нет, ну просто скажи, они без воды. Что, утки-то? Ну я бы уток тогда сюда не стала, пусть бы все куры тогда здесь были из всех клеток. А уток он на пол пустить, да и все, им кастрюлю подать. Да, конечно, нет, я хочу, чтобы здесь. А с курами они же боятся их будут, они ведь непривычные утки-то. А? Ты пересели сначала кур и посмотри, какое их количество будет. Я хочу сперва... Если будет очень много, зачем я тогда уток? Я хочу сперва уток, чтобы те думали, что они уже здесь. Ты думаешь, они что-то думают своими куриными мозгами, да? Привет, красотка. Привет, ты гулять пошла? Ты гулять пошла, моя девочка. Девочка-красавица. Ай, ладно, пошла я есть, а? У Матвея, если что, в беседке складывает бревнышки. Если надо с курями помогать, то ты это, его позови. Ладно. Чисти. Я не знаю, мне кажется, их многовато будет. Что-то он придумал. Тут этих. Ну, тут этих штук 15, этих штук 15. Как они будут, не знаю. А? А наволочку бабушки подняли, дай мне ее. То она на пол упала. Вообще, давай белье снимем. Давай проход освобождай. Сейчас я приду скоро, поем, вот и приду, и будем это. Что думает? Иду.
на проверку работы, как там Матвей поработал. Видишь, какая красота у нас тут. Еще не отпало. О, все. Убрал, осталось подмести. А что ты их под стол-то? Так, футболку-то, а что в одной футболке? Иди одевайся. Нет. Чего нет? Я понимаю, работал. А что ты нормально их не сложил стенкой, как было? Ну, сложно. Сложно? Да. Ну, это, конечно, хорошо. Но если мы истопим за зиму, так ладно. А если не истопим, надо будет беседку-то освобождать летом потом. А куда их? Ну, как-то красиво вдоль стенки так и укладывать придется. Ну ладно, эти попробуем истопить за зиму, да? Давай сейчас венчик, подметай, и все. Ладно, ладно, сама подмету. Ефим-то где у нас? А, не знаешь, ну ладно. В общем, молодец, все, прибрал. Да, ну ладно. Все, пошла я, в общем, курями дальше заниматься сейчас. Отдохнула минут 15, наверное, поела, да и можно продолжать. Не знаю, мы сегодня, наверное, не поедем, может, никуда еще. А папа тоже еще не пришел, да? Нет? Придет скоро. Ну вот, если он отдохнет, то, может, съедем, а так, может, и нет. Ладно, буду полить кур. Пошли мы, друзья, управляться. Посмотрю я, пошла опять, потому что хочу посмотреть, как Алеша заселил кур. Он там большое расселение у них сделал сегодня. Ты свинья-то еще не приготовила? Михаила, пойдем. Ну, пошлите, посмотрим. Ну, опять уже. А что, свет тут включи? Ага. Да ее не видно, Фи, мы днем сходим. Ладно. Темно. Темно уже в это время. Смотрите, какие у нас нашли облака. Прям таки тучи. Вот так у нас испортилась погода сегодня. Вот. Так что будет сейчас холодать. Да, папа у нас сегодня заселил. Видите, смотрите, утятник опустел. Тут он все помыл уже, пол вижу чистый. Да куда ты торопишься? Так что вот, он унес он и уток. И сейчас еще посмотрим. Цыплят этих всех курят. На пол опустил сеток-то, да? С клеток сетчатого пола. Он так решил, что пусть они живут. Че так было? Да. Вот, смотрите. Здесь пусто. Даже здесь пусто. Здесь этих мальчиков убрал. Но я чувствую, там будет очень тесно сейчас. Геля и Голя. Геля и Голя. Какая Геля и Голя? Фим. Ой-ой. Сколько вас теперь тут? Много, немного? Да нет. Я и ожидала худшего. Все нормально у них. Вон они, утятки ходят. Ребятки наши. Да, хорошо. Я думала, больше будет. Не, ничего, нормально. Сейчас, когда папа кормить вас будет. Будете кушать. Он фиверольки-то кругленькие ходят. Такие смешные щечки у него. О, а это кто дерется? Это кто у нас дерется? Вот, видал, че? Видал какой? Вот так вот. Сейчас будут трепать кто кого. Деткам, конечно, непривычно, они не привыкли к таким компаниям большим. Ничего. Тут вот петушков, конечно, надо будет вот этих убирать еще. Но вот я пока их много-то не вижу. Да, Фим, ну погоди, ну там темно. Куда туда? Там закрыто все, не надо. Да, я посмотрю, как они живут, кто кого обижает тут. Надо же разобраться, вдруг кто-то не помирился тут. Вот мальчиков убрать, если, то вообще будет хорошо. Ну вот надо это на следующие выходные будет нам планировать. Вот этих вот, вот которые обижают. Видишь, что перо у него раз выдернут. Ну, а что творится, а? А там какой петушок черный ходит. Голошейный тоже. Курочки тут голошейные. Вот
вот эти голошейные петухи что-то их маленько притесняют. Да-да. Вот что творят, вот что творят. Это что такое, мальчики? Девочек давно не видели, что ли, а? В основном вот так вот. Ну нет, Алёша говорит, много было и в тех клетках мальчиков, но там они, если есть, то не совсем малюсенькие еще. Ай, рано. Вот этих-то уберем голошеек всех. Тебе что не ешься, рыжий? Рыжий, ты чего? Какой, а? Интересно, белые, да, голошейки? Белый, главное, чисто-чисто белый, а там чисто-чисто черный голошейный, он стоит с огромным гребнем. А вот этот вот, рыжий, ведет себя как рыжий какой-то. Все спокойно, а этот как рыжий, да? Хулиган. Надо окно-то вам закрывать. Завтра папе скажу, чтобы он это окно все уже... Что-то надо придумывать другую систему какую-то. А вот уточкам-то воду сейчас придется как-то нам сделать, чтобы они там пили. Пойду я поэтому сейчас за кастрюлькой. Отче, отче, отче. Ай-яй-яй, рыжий какой, а. Да, долго он так не проживет у меня. Ладно, пойду я сейчас кастрюлю. Надо кастрюлю уткам сделать, а не в том углу, потому что сидят. Хотя бы маломальскую сейчас прикручу им. Найду, схожу, ага. Ну, кастрюля. Дуть за дуть в угол. Гоя. Это ты, Гоя? Да, это Гоя. А это Гея. Да, они что ли подружились уже? Да. На эту еще. Я завтра немного сыплю. Ну что-нибудь туда хоть маленько? Ну сейчас да. Ты много гею. Гея. Так. Вот какой гея. Ой. Да, ну, а что-то мало какой-то. Не лить, ага. Вот какой гея. Это кто, мальчик у тебя или девочка? Мальчик. Парень? Гея. Иди эту лапу. На. И давай сейчас это. Сейчас я дам. Корму и маленькому пятку. Гоя. Да, вот этих убрать будет нормально. Гея. Гоя, это ты? Алёш, они опять этого больного петушка обижают? Ну ничего, они потом... Курицы туда пошли, курям здесь сыпани. Нету? Ладно. Зерна нету даже? Ну тут зерна-то, да? Все, Фим, пойдем. Пойдем. Колосой. Они просто уток сейчас будут есть. О. Все, 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 все. Фим, не, закрываем, а то они уже и так все зашугались. Все, хватит. Вот тут полная. Она вообще бежит, ты проверял там нормально все? Что-то вода там не была. Да. Ой-ой-ой, что творят петухи эти. Засранцы, я их заколю завтра. Что, бежит вода? Да. Ну ладно. Ой-ой. Видишь, они пошли уток есть. А утки зажались. Типа потом это... Тоже... Я думаю, ты вот зря петухов вот этих вот дикошарок
вытащил. Их надо было оставить в этой маленькой. Я бы их забила в пятницу, и все. Ну, пусть пока здесь живут, подъездят. Так они тебе забьют девок всех вот за неделю, понимаешь? Я буду следить. А то пока я здесь, можно было их утащить. Ладно, все, пошли. Ой, тут дурдом творится. Смотреть на это. Я думаю, что это уходит так темно. И что? Мучи все уже. Лампу все загрязнили. Надо будет мыть ее. Ну завтра минус, когда все мухи вымрут. Сколько будет? Ну, не знаю, завтра если днем плюс 6 обещают, а ночью минус уже такой получше. Так, наверное, все, придет им конец мухам. Петушок-то это тоже бедняжка сидит тут на окошке. Ну, может, туда надо было его. Не надо. Я вообще подумаю, да, завтра говорю этих пятерых архаровцев, которых все боятся, убрать надо и все. Тима, что там делаешь? Ой, ладно. Чё? Убирать больше туда не надо. Я туда не буду, я ей говорю, уберу, закалю. А, ходишь? Ну, конечно, они обижают всех. Чё? Завтра, что ли? Ну, не знаю, посмотрим. Я, конечно, очень устала, но на это смотреть, как они треплят и ходят, это тоже... Ну, где они треплят? Вот они спокойненько. Правильно, зато они все съели, что-то дали. Уток всех засмущали. Видишь, стоит какой наглец. О, так он жирненький. Ну, я говорю, что вот этих вот убрать всех. Так. Ну что ты на полочку залез? Ты сейчас грохнешься носом, Алюша. Ну, спускай. Спускай давай. Слазь, слазь, слазь тихонько. Вот. Все, я домой пошла. Пошлите домой. Пусть они сидят. До завтра, завтра разберемся. Матвей пришел, да? Ты что долго гуляешь сегодня до темноты? Ну-ка, давай поглядим. А куда груши все с дерева делись? Я съел. Все, что ли? Я каждый день по 5 штук ел. Ой, ну ты даешь. Пошла искать, ничего нет. Ну, хоть и в темноте, но не нашла. А? Где? Посвети там очень много. Ну ты это самое... Не выкидывай только, а то ты их рвешь. Один раз укусил, не ешь. Я видела, как ты сегодня съел. Так, нет-нет, дорогуша, это я бабе принесла. Ты уже по 5 штук в день съел, так что нечего. Это бабе будет грушки. Так, ты и так можешь ветки сорвать, сходить, а она не может. Поэтому не надо ее груши брать. Так, ну что ты, Фима, раздеваешься, давай ручки мой. Да. Курочку на руках держал. Мой руки. Вот, я сейчас пока еще посижу. А? Что? Да ничего, они пока не едят, не привыкли. Завтра надо было петухов убрать еще этих хоть 5 штук. Тогда бы свободно там была. В общем, все, друзья, будем на этом заканчивать. Сейчас отдохну, корове схожу, да и все. Буду отдыхать, не могу. Спать лягу пораньше. С вами буду до завтра уже прощаться сейчас. Поэтому давайте счастливо. Пока-пока.